В истории истребительной авиации этот самолет занял особое место. Его хвалили и ругали, на нем воевали, гибли и побеждали. Ему не хватало скорости и маневра, но в умелых руках он был серьезным бойцом. Истребитель Лавочкина, Горбунова и Гудкова «ЛАГ-1» в фильме «Оружие». В середине 30-х годов Советский Союз занимал лидирующие позиции в области развития истребительной авиации. Военно-воздушные силы рабоче-крестьянской Красной Армии были оснащены маневренными бипланами И-15 и скоростными монопланами И-16, по боевым качествам лучшими в мире. Эти машины разработал король истребителей Николай Поликарпов. В небе Испании советские самолеты встретились с новым немецким истребителем БФ-109. Конструктор Вильям Мессершмитт создал его в 1935 году. Этот цельнометаллический самолет вобрал в себя все технические новинки своего времени. Машина имела совершенные аэродинамические формы благодаря применению двигателя водяного охлаждения, закрытой кабины, убирающегося шасси. Немецкий истребитель летал выше и быстрее, чем И-16, не говоря уже о бипланах И-15. В Советском Союзе оценили высокий боевой потенциал 109-го, но быстрый и адекватный ответ дать не смогли. Новый истребитель Поликарпова И-180 мог бы стать достойным соперником Мессера. Конструктивно он повторял основную схему И-16, но имел более мощный двигатель и пушечное вооружение. Однако в декабре 1938 года произошла катастрофа первого опытного И-180. Погиб летчик-испытатель Валерий Чкалов. Это трагическое событие задержало работу над машиной. В итоге И-180 в серийное производство так и не пошел. В сложившихся обстоятельствах весной 1939 года советское руководство провело совещание в Кремле. Были приглашены военные, руководители предприятий авиапрома и ведущие авиаконструкторы. Среди них оказался опытный проектировщик, сотрудник ОКБ-301 Семен Лавочкин. Лавочкин Семен Алексеевич, авиаконструктор, член-корреспондент Академии наук СССР, генерал-майор инженерно-авиационной службы, лауреат государственной премии, дважды Герой социалистического труда. Годы жизни 1900-1960. Окончил Московское высшее техническое училище по специальности инженер-аэромеханик. Автор проектов поршневых и реактивных самолетов, зенитных, авиационных и крылатых ракет. Главный вопрос, который обсуждался на совещании – создание нового истребителя, своего рода антимессершмитта. В результате 12 конструкторских бюро получили задание на разработку такого самолета. Семен Лавочкин в содружестве с Владимиром Горбуновым и Михаилом Гудковым создал проект своей машины всего за одну неделю. В качестве силовой установки предлагался двигатель водяного охлаждения. Другой особенностью машины был материал, из которого она строилась. Конструкторы ОКБ-301 хорошо знали возможности авиационной промышленности Советского Союза. Поэтому они решили сделать свой самолет цельнодеревянным. Современный истребитель из березы и сосны. История мировой авиации такого примера еще не знала. Использование древесины в качестве конструкционного материала для авиации к началу 40-х годов считалось анахронизмом. В Советском Союзе, тем не менее, дерево продолжали использовать. Сказывалась нехватка крылатого металла – дюралюминия. По этой причине все предвоенные советские истребители имели смешанную металло-деревянную конструкцию. Истребитель КБ Лавочкина, который получил рабочий индекс И-301, на этом фоне выделялся особо. Силовые элементы его корпуса выполнялись не из металла, как на Яках или Мигах, а из так называемой дельта-древесины.
Этот материал представлял собой березовый шпон, спрессованный в несколько слоев и пропитанный фенольными смолами. Его достоинство – дешевизна и прочность. Помимо этого, дельта-древесина почти не горела. Не доверяя утверждениям Семена Лавочкина о том, что дельта-древесина прочна и не горит, Сталин решил убедиться в этом лично. На совещании в кабинет вождя конструктор пришел с образцом материала. Сталин вначале попытался поджечь кусок дельта-древесины, а затем проверил ее на прочность перочинным ножом. Прессованная березовая фанера вождю не поддалась. Опытный экземпляр истребителя был готов 30 марта 1940 года. К первому полету машину готовили очень тщательно. Поверхности были отполированы и покрыты лаком вишневого цвета. Кто-то из аэродромных острословов немедленно прозвал И-301 роялем. Летчик-испытатель Алексей Никашин поднял машину в воздух. Истребитель оказался хорошо управляемым и устойчивым в полете. Особенно отмечалось, что по своим пилотажным качествам самолет доступен летчикам средней и низкой квалификации. Первое впечатление, когда я его видел, я поражен был его аэродинамической формой. Исключительно обтекаемый самолет, планер самолета, с идеальными линиями стыковки крыла к фюзеляжу. Вот такое впечатление, как будто эта машина зализана, отполирована. Ну и, естественно, конечно, мы сразу поинтересовались, а какая скорость у него. Ну, летчики нам сказали, что скорость до 600 километров. По результатам государственных испытаний И-301 рекомендовали к запуску в серию. В ноябре 1940 года машина получила официальное обозначение «ЛАГ-1». За ее создание конструкторы были удостоены сталинской премии первой степени. «ЛАГ-1» – многоцелевой истребитель. Длина – 8,8 метра. Размах крыльев – 9,8 метра. Максимальная взлетная масса – 2970 килограммов. Силовая установка. Двигатель М105П мощностью 1050 лошадиных сил. Практический потолок 9600 метров. Практическая дальность 556 километров. Вооружение. Одна пушка калибра 23 мм, два пулемета калибра 12,7 мм, два пулемета калибра 7,62 мм. По требованию военных, на серийном варианте истребителя установили два дополнительных бензобака в крыльях. Эта машина получила индекс ЛАГ-3. Дальность его полета увеличилась до 1100 километров, что позволяло сопровождать бомбардировщики. Но потяжелевшая машина потеряла скорость и маневренность. Производство «ЛАГГа» началось в конце 1940 года на 4 авиационных заводах. До начала Великой Отечественной войны удалось выпустить 322 самолета. Освоение истребителя в строевых частях шло медленно. В первую очередь из-за технических проблем серийных самолетов. Причиной была недоведенность конструкции из-за крайней спешки при запуске самолета в серию. Сразу же возникли проблемы с качеством. Слабым местом, конечно, этого самолета было то, что складывались стойки шасси во время стоянки. Падало давление в системе гидроусилителей, и, естественно, вес не удерживался, и шасси складывались. Потом этот конструктивный дефект этот был устранен, но интересная пословица была, конечно, тут это не, я не хочу отнести это к характеристике самолета, но вот такая бытовала прибауточка у летчиков.
Девки, плюньте на ногу, я летаю на лагу. Лах в полете шик и блеск, на посадке шум и треск. Начало Великой Отечественной истребители Лавочкина встретили далеко от линии фронта, во внутренних военных округах. Вскоре авиаполки, вооруженные лаггами, были переброшены в зону боевых действий. Летчики, которые воевали на этих машинах, особенно отличились на Южном и Западном фронтах. Они прикрывали Днепровские переправы, отражали налеты вражеских бомбардировщиков на Москву. В состав 6-го истребительного корпуса ПВО, который защищал столицу, входило два полка лаггов. Мощное вооружение позволяло им сбивать немецкие бомбовозы одним залпом. Самолет оказался очень прочным и живучим. Если и 16-е, и 15-е при попадании даже пули от пулемета выпущенного противником, и обшивка мгновенно воспламенялась, то этот поджечь было трудно. Это был огнеупорный самолет. Даже были случаи, летчики возвращались с боевого задания с одним решетом на крыльях. И садились, и нормально было. Высокая живучесть и сильное вооружение лагов позволили использовать эти истребители для штурмовки наземных целей. Машины дополнительно оборудовались бомбодержателями и направляющими для реактивных снарядов. На исходе первого года войны стало ясно – истребитель нуждается в совершенствовании. Большая масса и низкая маневренность не позволяют ему вести активный наступательный бой. В 1942 году Семен Лавочкин на основе конструкции «Лага» создал новую машину – истребитель «Ла-5». Рассказ о нем в следующем фильме «Оружие».